Мы в проекте «Азбука атопического дерматита» знаем, как помочь малышам и их родителям. Для этого есть три простых правила. Раз, два, три. Простое правило жизни с ребенком-атопиком – сбалансированная температура. Следите за температурой принятия ванны. Она не должна превышать 32-34 градуса. Температура в комнате должна быть не более 18-20 градусов, чтобы ребенку было комфортно играть. Зимой из-за отопления температура повышается, поэтому не забывайте чаще проветривать помещение. На случай сильного зуда, особенно зуда в ночное время, всегда имейте под рукой эмолент и термальную воду. При нанесении средств эмолентов на кожу сначала выдавите его на ладонь и согрейте. Это поможет избежать негативной реакции ребенка на холод от процедуры, ведь тепло маминых рук бесценно. Но для комфорта ребенка также очень важна влажность воздуха. Она должна быть не менее 50%. И за этим особенно важно следить в отопительный сезон, ведь сухой воздух вызывает раздражение и зуд. Ну и, конечно, не забываем активно поить ребенка чистой водой и регулярно увлажнять кожу. Если нет возможности использовать эмолент при сухости кожи, вы всегда можете использовать термальную воду Авен. Просто распылите ее. И помните, что ваш эмоциональный настрой и спокойствие очень важны для здоровья малыша.